Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня я вас научу играть душещипательно ванильную, прям приторную песню про любовь. Венера, я Юпитер, я Москва, ты Питер. Вот сегодня эту песню мы как раз и будем с вами учить. Ну а перед началом этого разбора обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал, поставил ли ты лайк этому видео, потому что мы с Пепочкой будем очень сильно огорчены, если ты до сих пор не нашим укулеле комьюнити собственное. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно тебе будет выглядеть. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять. Ты Венера, я Юпитер, я Москва, ты Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять. Ну а теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. В этой песне используют у нас с вами 5 аккордов, которые играются на протяжении от начала до конца в куплете, в припевах. Первый аккорд, аккорд ЕМ. Мы с вами зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Образовывается вот такая вот у нас лесенка. Далее играем аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Третий аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд, гроза всех районов, аккорд с баре, вау, оу. Короче, смотри, не бойся, сейчас все тебе объясню, не выключай это видео. Если у тебя проблемы с баре, ты не знаешь, как его правильно зажимать, посмотри вот этот вот ролик, который сейчас только что высветился. Я там все пошагово объясняю, посмотри его, попрактикуйся и возвращайся сюда. Или же сейчас быстренько все покажу, как играть. Короче, у нас тут с вами играется аккорд B7. Мы зажимаем с вами баре на второй ла. Далее зажимаем с вами средним пальчиком. Ну или как вот, я не знаю, как вот так вот умудритесь сыграть, не знаю. Или так вы умудритесь сыграть, или вот так вот, выбирайте. Зажимаем мы с вами третью струну на третьем ладу. То есть вот так вот. Или вот так вы можете выстроить. Не знаю, какие-то. Или попроще вариант. Зажимаем не полное баре, вот это все на 4 струны, а на 3 струны. Вот так вот сыграли. Но вот единственное, что вам нужно будет сыграть не с 4 струны удар вниз, да, а с 3. Что-то уже поинтереснее получилось. Короче, выбирайте, если что. Баре не супер сложная вещь. Попрактиковаться чуть-чуть просто нужно, и все у вас будет гуд. И последний аккорд, аккорд АМ. Мы зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Все вместе. ЕМ, С, Джи, Б7 и АМ. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Дальше смотрим, что у нас по бою. Первые 5 строчек играем просто один удар вниз на один аккорд. Так это будет выглядеть. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять. Потом опять с вами повторяем вот этот припев. Единственное, уже появляется бой. Все зависит от вас. Короче, какую вы умеете играть, тут играйте. В оригинале, конечно, шестерка, куда нам дальше-то стремиться, да? Шестерка там у нас получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Один раз на один аккорд получается. То есть с аккордами это... На B7 вы можете играть его как один раз, как два раза. То есть тут не принципиально, а в остальном один раз на один аккорд. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите
опять. Вот, это была шестерка вариант. Есть с восьмеркой, когда мы играем. Или же можете как-то умудриться сыграть восьмерку, поделить на два аккорда, типа вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть эта восьмерка у нас, если вы берете все-таки восьмерку, то у первого удара вниз играть вот это вниз, вниз на один аккорд, на второй доигрываете вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Далее мы с вами играем первый куплет. Первые пять строчек этого куплета играем один раз на один аккорд. По пятам друг за другом ходим, как ты там в моем телефоне неспроста. Не подобрать пароли твоему сердцу, что ли? Оба, красота. Дальше у нас начинается с вами опять боя шестерочка. Один раз на один аккорд получается. Скажу спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя, ведь я так не хочу сейчас. Может, эту песню никогда ты не услышишь, но я вновь на нашей крыше вспоминаю, как ты дышишь, как ты дышишь. Вот, ну опять начинаем с вами играть припев. Единственное, мы только его поиграем тут один раз. И сразу с боем, типа. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять. Далее у нас с вами идет второй куплет. Там в оригинале, конечно, играется восьмерка, которую мы делим на два аккорда, но это будет, мне кажется, слишком сложно. Поэтому возьмем вариант попроще, играем бой пятерка, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Давай еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Один раз на один аккорд. И вот эти четыре строчки второго куплета играем таким образом. А может быть, счастье нам не найти. И если честно, ты не моя невеста. Но так много пути мы с тобою прошли, чтобы найти свое место вместе. Вот таким вот образом у нас играется второй куплетик. После второго куплета мы с вами играем припев тем же вариантом, когда мы только-только начинали играть песню. То есть за первым разом мы играем удар вниз один на один аккорд. Далее играем бой шестерка один раз на один аккорд. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите опять. Я надеюсь, вы поняли, как играть эту песню. Видите, в этот раз я вам дала место для творчества. Пожалуйста, помутите свой вариант, как вы можете играть эту песню. Но если у вас остались вопросы, все-таки какие-то непонятки, что, куда, как играть, или пересмотри разбор этот еще раз, ну, или все-таки можешь написать мне в комментариях, я обязательно все прочту и отвечу. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Также не забудь написать в комментариях свои хотелки, какую песню и мелодию мне разобрать в следующий раз. И, возможно, именно твой вариант мы будем учить в следующем разборе. Кто знает. Если ты хочешь показать мне все свои укулеле старания, все очень просто. Выкладывай любую песню и мелодию к себе в инстаграмчике и отмечай ему профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения и я дала тебе обратную связь. Ну, а также в своем инстаграме я каждый вторник в 6 часов вечера по МСК провожу прямые эфиры, где даю тебе полезные, рассказываю фишки-плюшки, с тобой общаюсь и дарю подарки. Поэтому обязательно подписывайся и приходи. Ну а для тех, кто хочет поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Вы можете купить сборничек или мой мерч в виде открыток и наклеек, который я отправляю своими чудо-ручками по почте России. Ну или, например, просто задонатить на Донаталерс или подписаться на Бусти, чтобы получать всю раздатку с видео. Вот, например, как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.